Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Resident Evil 2 Remake. Мы продолжаем. Ну что же, грядет время битвы с боссом. И нам надо быть готовым. Ой, а вот только как? Как быть готовым-то? Огнемет использовать? Что мы возьмем-то с собой? Хер его знает, что-то надо взять. Так, ну однозначно берем громовой этот. Трындец. А потом надо взять обязательно хилочку. Хилиться, так сказать, надо. Пистолетные патроны. Да пистолетные патроны, я думаю, там подберем. Надеюсь. А может и не это. Давайте возьмем, короче, вот так вот. Ой. Ну и будем надеяться, что нам всего этого хватит. Ножик оставим. Но я думаю, давайте пока попробуем с таким вариантом, а дальше видно будет. Когда нас впечатают, вот тогда и решим. Не так уж и сложно. Да. Ладно, пора возвращаться к Аде. Внимание, обнаружено несанкционирование изъятия вируса, уровня 4. Переход в режим блокировки. После завершения блокировки запустится программа самоуничтожения. Как раз Клэр сейчас, видимо, с этой, с дочкой и с мамашей слышит про то, что вот жопа будет. Опять ты? Мать уже очухалась, получается. Думали, что сдохла, а она очухалась и прибежала. Я должна со всем покончить. Что за хрень тут происходит? Прости, Уильям. Ты не оставил мне выбора. Вот этот момент трудно увязать с компанией Клэра. Хоть какой сценарий? Ты назвала эту тварь Уильямом? Почему? Все должно было быть иначе. Амбрелла виновата во всем этом кошмаре. Ты тоже из Амбрелла? Хочешь сказать, ты к этому не причастна? Причастна! Но мы никогда не хотели ничего подобного. Расскажи мне обо всем с самого начала. Так просто вам не уйти. Во, укололся после. То есть очухался, укололся. Еще что-то сказал при этом. Хотя ему там все прострелили. Вы гляньте, сколько дырок в теле. Он росомаха, походу, был. До укола. Боже мой, Уильям. А после стал Алексом Мерсером. Что ты наделал? Это твоих рук дело? Мы создали G-вирус, но никогда не собирались. Играть словами можно сколько угодно, но вы все равно в ответе за все это. Какого? Черт! Что ты задумала? Не дай ему уйти! Опять эта песня? Ладно, пора кончать со всем этим. Ага, пошел ты нафиг. Я за ресурсами погнал. Так. Аптека. Само собой разумеется. О. Ух ты ж, ёптать. А это было опасно. Еще патроны. Надо ему теперь глазик аккуратно отстрелить, чтобы он это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, используем траву. А за место травы
Так, вот пока он там бегает, надо все это собирать. О! Еще это, жарево! Ух, ни хрена себе. Недурно. Так, объединяем. Больше ни хрена нет. Сдохни! Сдохни! Сдохни, падла! Вот так тебе! Огнемет, конечно, блин. Ну как сказать? Ну так себе. Тут нужно точечное что-то. Ой. Ой. Ой, боже мой. Пинг. Гори! Так. Гори ты, сколько ж тебя сжечь-то можно? Так тебе. Падла. Ох ты ж, ёптать. Слушайте, огнемет вообще на него действует или нет, а? Чё-то, по-моему, как-то хреново действует. Ой-ой-ой-ой-ой! Бляха мой. Хватай! Хватай. Ой. Ой. Сдохни ты. Чё, у него глазики лопнули? Так, пора валить. Глазики лопнули. Нет, глазики не лопнули. Так тебе. Ох ты ж, ёпт. Нифига себе. Гори! О, еще один. Ух ты ж, ёпт. Ты как так? Я же увернулся. Нифига себе. Так. Ой, ой. Ой. Ой, мама. Беги, Леон. Где у нас там оставались? О, гранаты тут. Так. Эх. Тихо-тихо-тихо-тихо! Ой! Ой-ой! Раздраконили! Блин, сдохни ты! Все, сжег его! Слушайте, огнемет вообще, конечно, тема четкая. Что есть, то есть. Я его просто сжег. По-моему, первый раз, когда я его вообще сжег. Обалдеть. Вот это я понимаю, вот это оружие. Даже вроде как это. Нет, никак и не вроде. Патроны ты сэкономил. И аптечки. Это хорошо. Погнали. А, ты все еще здесь? А, сейчас как и Шрек, лягуха. 20 раз помирать будет. Ох, выглядит хреново. Ощущение еще хуже, поверь. Слушай, насчет того, что ты говорила, не знаю, стоит... Просто пообещай, что уничтожишь образец же вируса. Нет, это же улика. Его нужно сдать ФБР. Ты доверяешь этой стерве? О чем это ты? Она не из ФБР.
Она наемник. Она его продаст. Дживирус получит тот, кто больше заплатит. Чушь собачья. Надеюсь, ты прав. Но если вирус попадет не в те руки... Да. Такс. Что у нас тут? А, меня все-таки тюкнуло немного, да? Ничего себе. Меня, оказывается, немного тюкнуло. Внимание, запущена программа самоуничтожения. Клэр уже бежит внизу где-то. Немедленно воспользуйтесь центральным лифтом и спуститесь на нижнюю станцию. Воспользуемся. Одну секунду. Мы всем воспользуемся. Так, этот можно выкинуть. Это, в принципе, тоже. Граната, граната. Высококачественный порох. Не знаю, вот, честно говоря, не знаю даже, что взять с собой. К чему готовиться. Так, ну возьмем патроны для магнума. Магнум мы с собой возьмем. Огнемет надо убрать. Все, он свое, так сказать, отработал. Так, надо взять еще плюс патроны для дробовика. И что, все что ли? Все патроны? Во! Во! Вот это нормально. Так. Ну и траву что ли? Да пока особо это не важно, в принципе. Я так думаю. Давайте-ка мы... Ага, а мы никак. Думал сохраниться, а сохраниться не выйдет. Ладно. Такое чувство, что у меня чего-то нет в инвентаре. Чего-то я не добрал. Ну, если только огнемет, но огнемет-то я его... Нафиг он. Он кончился. Я как раз о тебе думал. И я тоже. Я начала беспокоиться. Знаешь, мы хорошо сработались. Но у меня есть один вопрос. Путь свободен. Надеюсь, ты справился. О, я совсем справился. Дай мне убедиться, что это образец G-вируса, и уберемся отсюда. Погоди-ка. Я тут встретила Аннет. Она считает, что ты не из ФБР. О, Леон. Нельзя было просто передать образец мне. Просто до меня дошло, что я очень хотел доверять тебе. Но не доверял. Я так надеялась, что все кончится иначе. Значит, так все было? Я для тебя просто пешка? Слушай, я просто делаю свою работу. А я свою, так что бросай оружие. Ты арестована. Отдай образец, Леон. Я не хочу, чтобы ты пострадал. Тогда стреляй. Только у тебя не хватит духу. Эда! Теперь образец не достанется никому. Это уже, наверное, после Шерри. Леон? Держись! Кажется, я могу! Ох, дерьмо! Забудь. Заткнись, я тебя держу. Этого того не стоит. Не делай этого.
Береги себя, Леон. Аннет Биркин, если пытаться ее как-то в сюжет вязать, она воскрешает чаще, чем сам Биркин, Уильям. Ладно, погнали. Пора валить. А меткость ее, кстати, в ролике похлеще моей будет, в разы, я бы сказал. Попасть так это, да еще и за спины Леона. Сдохла, умерла, сдохла, воскресла, сдохла, воскресла. История Аннет Биркин. От катсцене к катсцене. Пляшет туда-сюда. И никак не может понять, я все-таки окончательно сдохла или нет. Но последняя смерть ее, если так посмотреть по сюжету, то уже, наверное, сейчас. Ой, блин, а выход тут-то. Так, это Клэр оставила. Любезно. Кто это? Клэр! Леон? Ты тоже здесь? Ага. Но все здание рушится. Послушай, тебе надо выбираться. Быстро! Да, отсюда есть выход. У нас получится. Ты где сейчас? Клэр, ты еще там? Леон? Леон, связь прерывается. Забудь обо мне. Уходи отсюда. Черт. Так. Давай. Я бегу. Тут у нас есть сейф. Вроде как. Надо, короче, быстро сбагрить все лишнее. Так, это сюда. Это тоже давайте. Цветная лента. Так, вот лента. Сохраняемся. Ну чё, погнали! На финишную прямую! Будем надеяться, что у нас получится. Чёрт, надо было патрон наколдовать. Ну ладно. Давай. Так. Блин! Сука, как ж ты так это развернулся-то быстро? Ну все, конец. А это была секретная пятая концовка. Леон налажал. Ладно, есть повод вернуться и наколдовать себе эти патроны. А нам они понадобятся, притом много. Притом патроны для Магнума. А, плющ можно обездвижить. Кстати, первый раз я эту подсказку вижу. Что плющ можно обездвижить, уничтожив пузыри на его теле. Так. Икс. Давай. Ну вот, вроде как так. Для Магнума будем что-нибудь делать? Так, если я, допустим, смешаю это с этим, получу еще патроны. Не, давайте для Магнума. Нам нужно на Магнума. Как можно больше, как можно посерьезнее. Черт.
А остальное, если что, возьмем пистолет Вескера или Матильду на крайняк. Хотя куда столько... Хотя, смотрите, в принципе-то у меня только один этот остался. Высококачественный. Ну ладно. Так. Давай, беги. Пора линять. Пора удирать! Беги, Леван! Такс. О, хватай. Хотя нахрена я ее взял? Ладно. И так пойдет. Ну, да куда ты назад-то, Леон? Ну, будь решительнее. Время уходит. О, супергеройское приземление. Это что, мать твою, шутка? Не, Леон, это не шутка. Вообще ни хрена не шутка. Давай, 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 давай. 8 минут до взрыва. Ща он нас тут поймает за жопу. Опа-на. Ладно, хотя бы он как Джакс прием не исполняет. Пару ударов в челюсть. И никакой спрей не поможет. Хорош валяться. Быстрее вставай, пока тут все не взорвалось. К чертовой матери. Надо идти. Правильно. Надо. Вот только куда? Ой, еще трава. О. Так, эту штуку мы установили. Блин, нафига я столько этого понабрал? Погодите. Так, пистолетные патроны нахер. Это, по-моему, это знаете ли. Много лишнего. Вот это вот я уберу. Да? Да. Скрафтим еще давайте себе для дробовика. А то мало ли. Дробовик нам пригодится тут. Бляха-муха. Где это? Во, да чтоб тебя... Да чтоб тебя много пороху. Вот, объединяй. Ладно, долой. Так, пистолет у нас есть. Это есть, 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 есть. Ну что, траву что ли взять? Да, надо траву взять. Что я делаю? Надо траву взять. Так, трава есть... Все у нас. Ну, ради порядок. Ну, можно ради приличия гранату взять. У меня гранат, ёптать. Вы гляньте, сука, у меня гранат. Я хардкор, ё-моё, накопил, называется. От души просто. Так. Я вроде, да, я здесь все собрал. Погнали, устанавливаем. Опа. Поехали. Ща веселуха будет. Да что, ого. А, ща это тоже под музыку выйдет. Какого черта? Завопит. Ну-ка. Где он там? Вот он. Вот дерьмо. Блин. Ну ладно. Сука. Пидорас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай это... Блин, надо было больше травы хватать. Да как ж ты, чё? Так.
Так. Ой. 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 Так. Ой. Надо больше травы хватать. Доставай магнум. Так. Беги, придурок! Ой, плохо дело! Что так? Ой, тут, по-моему, ни хрена не помогет. Ни трава. Так, и что там? А, ну и все, в принципе. Бедный Леон, а? Господи, как не фартануло-то, а? Ой. Да. Могучий рык предупреждает. Могучий рык предупреждает. Че, опять что ли это все крафтить? Да вы че? Ладно. Так. Короче, я добежал. У меня тут такой план созрел. Хороший план. Короче, знаете, мы что сейчас сделаем? Мы сейчас применим одну травку. Может быть, даже не одну. А применим прямо сейчас, то, что я здоровье немного потерял. И возьмем еще немного с собой. Господи, а. Так, ну, чтобы так сказать это... Хорошо всем было. Вот. Теперь у нас и травы навалом. И это... Нафига я браслет-то только вот с собой таскаю? Нафиг он мне нужен? Не пойму. По-моему, он мне не нужен. Браслет я уберу. И чё я возьму еще? Может быть, еще травы? Может быть, давайте еще травы возьмем? Почему бы и нет? Или пистолетные, эти крупнокалиберные. Давайте еще травы возьмем, а то я чую, будет тяжко нам. Ох, как тяжко. А че, у меня больше нет, что ли? Ничего такого, что бы я мог бы намешать. Ну ладно, будем тогда пользоваться вот этой вот смесью. Будем надеяться, что нам этого всего хватит. Да мало ли что. Или гранату взять. Вот хер его знает. Давайте гранаты лучше возьмем. Покидаем их немного. Глядишь, что-нибудь да и выйдет. Что ты узнает? Один фиг уже. Дело к финишу идет. Давай, вставляй. Так, это можно пропустить. Рычит! Вернись! Так. Тихо. Тихо. Ох, ух! Блин! Текс! Да чтоб тебя! Ой! Леон! Ты чё? Это чё было, Леон? Колись! Опа-на! Вот это не есть хорошо так стрелять! Ой! Беги! Сука! Как же увернуться-то от таких ударов, а? Тут ни щит, ничего не помогает. Блин, когда тиран рычит, надо куда-то валить, а вот куда? Вот это вопрос. Ну ладно. Ладно. Граната тут не помощник нам. Опять 25.
Да давайте, ёптать. Сколько можно? Ой. 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 А, так тебя, падла. Тихо. Тихо. О. И это я ведь еще использовал этот. Тихо, тихо, тихо. Во. Я взял светошумовые на этот раз. Тихо, тихо. Во. О, аккуратно. Давай, Леон, это, во. Тихо, 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 тихо. Да как ты, тихо. Ты что, тут уже комбинации, что ли, начал выделывать? Блин, ну я хотя бы не с первого раза сдох. Хотя бы не с первого раза. Ой. Ой. Что за... Ой, ё. Хватай быстрее, надо, короче, быстрее схватить это. Где упало? Сука, непонятно. Теперь мы квиты. Твою мать, я забыл. Ой. Ой. Есть. Все, да? Блин, опять вплотную выстрелил. И главное это. Леон не разлетелся, а тиран разлетелся. Но это нормально. В пределах допустимого. Вы прибыли на нижний уровень. Так. Это хорошо. Господи, конечности повсюду. Хилиться не будем, да? Черт! Надо выбираться отсюда. Не думал, что буду по ней скучать. Леон? Леон? У нас получилось. Я же говорила. А это кто? Это Шерри. Понятно. Господи! Что это было? Не знаю. Пойду посмотрю, ты позаботься о Шерри. Не, ну вот это правильнее, чем как в тот раз, когда отправилась смотреть это как у Клэра вместо Леона. Сами понимаете, как это выглядело. Так, у меня есть еще один заряд даже этого. Ничего себе. Так, магнум у нас, увы, ах. Ну чё, давайте гранат наберем, гранатами закидаем. И надо похилиться. Хотя у меня и так все в порядке. Чё, у нас тут есть что-нибудь еще?
А, тогда нафига я взял вот это вот? Нафига я взял много пороху, если мне это как бы особо-то здесь не надо? И патронов для магнума нету. Дайте сохранюсь. Во. Отлично. Ну, что еще возьмем? Не знаю, что еще можно взять. Ну, давайте это... крупнокалиберные для пистолета. Будем так стрелять. На крайняк. Остального я не вижу смысла брать. Патронов тут больше ни хрена и нету. А нет. Есть еще порох. Куда его столько? Дайте хотя бы это. Собирать так все. А это что? Ножик. 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 Ребят, здесь оказывается ножик нужен, да? Блин, ну ладно. Мне должны супер оружие разблокировать. Труба. Это, наверное, вообще будет просто убера, так сказать. Не имеющий аналогов. Оружие массового уничтожения. Да, магнум, походу, тут бесполезен. Тогда надо что-нибудь заместо него. Ну а что еще можно взять? Можно взять еще гранат. В принципе, куда столько? Ну ладно. Давайте, спрей гранаты. О. Не понял. Я достал, да? Ну да, вроде как достал. Все, короче, у меня вот это вот главный аргумент. Я прям пешком пойду, как крутой, типа. Но не такое повидал. Меня теперь так просто не заловить. Но. А чё у меня за царапина на спине? Блин. Так. Батя проснулся. Проснулся батя. Сдохни ты уже, наконец. Так. Хочешь больше пуль? На, получай. Граната! Ну давай, хочешь еще? Вот так тебе. Опа-на! Да сдохни ты уже! Опа-на! Гранатомет! Сдохни! Да. Леон! Но это как-то более правдоподобно выглядит. Нужно оторваться от этого вагона. Блин, мне на секунду показалось, что-то под вагоном лезет. Аннет Биркин, да, такая? Живее всех живых. Отсоединяй. Все, отсоединили тренды Ютуба. Но, ну же! А прикиньте, если бы как в этом, в очень страшном кино, отсоединили вагон, но перепутали, как не ту ногу отпилил. И в итоге уехал Биркин, спасся, а эти остались. Леон, дай мне руку! Ну все. G-вирус. Да, G-здец. Нахрена я столько патронов накопил? У меня пистолетных этих... пороха для пистолета там, я не знаю. Как всегда, навалом всего в инвентаре. Даже на хардкоре. Так вы, ребята, типа встречаетесь? Нет, мы просто... На самом деле мы встретились прошлой ночью. Да. Хотя крутой бы вышло первое свидание. Да, это уж точно. Смотри, может быть, он нас подвезет. А что если за городом творится то же самое? Увези Шерри отсюда, давай. Ладно, хоть не сбил их. Вот был бы номер.
Блин, кого-то он мне напоминает. Какого-то актера. Что ж, он был вполне дружелюбен. Правильно, а сам за ствол потянулся, он это и увидел, дурак. Значит, все кончено? Не знаю. Но если нет, мы положим этому конец. Во что бы то ни стало. Да, именно так мы и поступим. Все будет хорошо. Главное держаться вместе. Ну же. Эй, вы можете меня удочерить? Удочерить? Мы можем завести щенка. Щенка? И попугайчика. Попугайчика? Здорово. Я всегда хотел животных, но мама говорила, что с ними куча мороки. А, ну да. А еще я хочу научиться играть на пианино. А вы умеете на чем-нибудь играть? На нервах, ё-моё. Ну вот, собственно, и все. Прошли на хардкоре эту игру. Замечательно. И прошли, как я считаю, самый каноничный сюжет Resident Evil 2. Сценарий А. Клэр, сценарий Б. Леон. Как в старые добрые времена. Ну, давайте закончим тут. И надеюсь, как обычно, продолжимся в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по Resident Evil снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Андрей Доцен. Крепкого здоровья, приятного настроения. Пока-пока.